Рок больше, чем музыка. Рок – это образ мышления. Молодежной группе «Калейдоскоп» выпала почетная миссия открывать фестиваль «Майский жук». Само название по-английски «Beatle Fest», «Beatle May», вот, «Майский жук» напоминает «Beatles». Вот, группа, вот, портреты здесь, да, это жуки, да, вот, группа «Битлз» напоминает название, и это тоже как бы корни нашего фестиваля, наших музыкантов, те, которые занимаются рок-н-роллом. Первоначально рок-фестиваль планировали провести в формате Open Air, однако по независящим от организаторов причинам мировые и российские хиты рок-музыки прозвучали в ДК «Дементьевский». Заплакали прозрачные сосуды, протали бы зеленая трава, а лед на реке светочкой разбился, проснулась все новая гуляция. Для меня рок — это, во-первых, протест какой-то. И это молодость. Мы сразу же начинаем дружить с теми, кто у нас в зале, и петь вместе с ними. Вот это для нас концерт. Мне кажется, что через рок-музыку человек в состоянии реализоваться как личность и показать свой внутренний мир, грубо говоря. Рок-н-ролл такая, это бацилла, что ты им заразишься, и как можно болеть такой бациллой, как рок-н-ролл, не играть его? А у вас как случилось это заражение? Я 7 лет на скрипке отучился, а потом тоже поехал на тему рока. Все знают, что была пандемия, вот, и все сидели дома. Соответственно, мы подумали, зачем мы будем просто сидеть, собрали свой коллектив. Как и назвали его «Селяне», потому что все мы... Сельские товарищи, да, все мы соседи. Большая часть нашего ансамбля вообще не музыканты, никакого отношения к музыке не имеет, кроме как караоке. Мы-то их нашли, я смотрю, на улице ребята болтаются, ходят, орут, песни. Точно. Да, я говорю, иди сюда. Ты завтра будете петь. Как вы поняли, исполнители рок-н-ролла не ищут легких путей и не сдаются, поэтому есть все шансы следующий фестиваль «Майский жук» все же провести на открытом воздухе в Раменском городском парке. А почему бы и нет? Рок-фестиваль имеет богатую историю идейных вдохновителей и большой спрос. К примеру, в этом году к раменским артистам присоединились музыканты из Санкт-Петербурга. Я считаю, что рок-н-ролл – это то, которое дает каждому человеку импульс жизненный, радость к жизни. Встаешь утром, хочется послушать что-то такое боевое, с боевым настроем, и рвануть вперед к новым достижениям, к новым успехам. Екатерина Фролова, Ольга Скрябина, Андрей Пластунов, Игорь Чернышов. Раменское телевидение.